Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW Z4. Сначала мы подумали, что битьё не такое сильное, но в итоге пришлось снять двигатель, и только тогда мы все увидели. Итак, владелец разобрал машину и вытащил двигатель, и теперь эта машина у меня. Смотрите на повреждения. Итак, вы увидели все повреждения. Теперь детали, которые мне привезли на замену. Многие из них из алюминия. Вот жироны из алюминия. Ладно, начинаю ремонт. А спонсор этого видео — Srotas 24. Здесь можно купить детали на многие машины. Вводим название машины и выбираем детали. Также здесь много деталей и на другие модели. Выбор большой. 15 миллионов БУ и новых деталей. Доставка по всему миру. Ссылка в описании. Установил машину на стапель и теперь разбираю ее. Сразу убираю эту деталь, она будет мешать. Сначала я вытягиваю моторный щит. Этот усилитель нифига не тянется, он сделан из высокоуглеродистой стали. Теперь вытягиваю правый лонжерон. Сам лонжерон не растягивается, потому что он из алюминия. Делаю первые измерения. Я не нашел размеров на эту машину, но я нашел от Toyota Supra A90. Эти машины имеют общую базу. Базовые размеры одинаковые. В описании есть ссылка, где можно найти размеры от разных моделей. Вытягиваю до размера крепления подрамника и начинаю вытягивать левый лонжерон. С вытяжкой я закончил.
Теперь я удалю лонжероны и поврежденные элементы моторного щита. Для этого я должен удалить герметик. Лонжероны крепятся болтами, заклепками и клеем. Итак, детали под замену удалены. Теперь я должен отровнять часть моторного щита. Итак, я отровнял моторный щит и шахту. Теперь приварю нижнюю часть моторного щита.
В этом месте я закончил. Измеряю стаканы. Правый стакан нужно немного потянуть. Установил лонжероны, прикрутил подрамник и опять измеряю. Все чудненько. Теперь я привариваю усилитель и потом буду крепить лонжероны. Прекрасно. Теперь грунтую и затем установлю лонжероны и креплю их. Клей, болты и заклепки. Крепить лонжероны буду вместе с установленным подрамником. Измеряю еще раз перед финишным креплением лонжеронов.
Для установки последней детали установил телевизор. Все заклепки приклепаны, все болты прикручены. Снимаю телевизор, подрамник и зачищаю сварку. Итак, этот этап работы закончен. Теперь покрашу лонжероны. Лонжероны покрашены. И пока краска сохнет, я подровняю заднее крыло и дверь. Эти детали сделаны из алюминия. Заднее крыло и дверь сделаны. Обрабатываю внутренние полости антикором, затем заливаю усилитель пеной и после этого устанавливаю детали переда, задние крылья и двери.
Моя работа с этой машиной закончена. На эту работу ушло 90 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!